Каждая зима как день сурка. Как только наступают первые морозы, яровчане включают обогреватели и оплачивают космические счета за электроэнергию. Неделю назад на местный ТЭЦ вышел из строя очередной котел. Сегодня на совещании в правительстве края министр промышленности и энергетики доложил о работах по восстановлению теплоснабжения в городе. Сегодня-то вот уже батареи нагрелись, да? Вот, а до этого неделю было холодно в квартирах и в домах, целую неделю. Температура держалась только, ну, где-то 16 градусов и ниже. По словам министра, главной причиной сбоя стал недостаточный контроль со стороны главы города. Губернатор региона ярко обозвал происходящее рукотворным кризисом. Очередная проблема с подачей тепла на ТЭЦ заинтересовала прокуратуру и Следственный комитет. На данный момент проводится проверка. Правонарушения могли быть совершены при ремонте и эксплуатации котлов, а также закупке угля. Следствию предстоит установить обстоятельства, при которых город не был подготовлен к отопительному сезону, а также проверить в действиях должностных лиц муниципального унитарного предприятия «Яровская топливно-энергетическая компания» наличие признаков преступлений, предусмотренных статьей 291, а также статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Связаться по телефону с главой Ярового нам не удалось. А что касается яровчан, как это часто бывает в регионах, чтобы решить проблему, они намерены обращаться к президенту. Пока греют только надежды. Ирина Корчагина, «День с толком».